Три месяца на разработку проекта подключения к сети дал местным властям Вениамин Кондратьев. Самостоятельно добиться результата от главы Ейского района жители так и не смогли. Тимофеев, я первая к нему была на беседу. А полчаса сидели в кабинете. Обещали много, а так, ничего. Что? Газа нет. Так. Уголь 10 тысяч тонн. А могу я на 7 тысяч купить его? Сынок, душа согласен. Болит. Уже мне 80 вот, через 2 месяца. И хоть бы про зиму, как люди пожить. Просчитайте стоимость вопроса. Подготовьте необходимую документацию, смету. Газ у вас будет. Дома. Спасибо. Сегодня глава региона находится с рабочим визитом в Ейском районе. Вениамин Кондратьев также посетил станичную больницу, посмотрел палаты и пообщался с пациентами. Сегодня же глава региона провел встречу с активом Ейского района.